Всем привет! И сегодня у нас тоже будет влог. Сегодня я вас возьму с нами в кино. В принципе, влог должен был сегодня быть вообще не с этого места. Но в последний момент все изменилось. Но надеюсь, что все-таки в это место, которое я вам очень хочу показать, мы поедем. А сегодня мы пойдем с вами в кино с Давидом на «Король Лев», потому что мы до сих пор еще там не были, не видели ничего. Вот. И вечером мы с мужем и с нашими друзьями поедем в Канны на фестиваль фейерверков. Надеюсь, вам будет с нами интересно. Оставайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Поехали! И пока мама здесь пытается снимать что-то, ребенок себе собирает железную дорогу. Ой, какая у тебя красивая она получается, да? А, еще у тебя-то поезд ты и пустил, да? Эти деревянные игрушки каждый раз я покупаю в магазине Lidl. У них на новогодние праздники или на какие-то праздники тоже есть вот эти деревянные коллекции игрушек. Очень качественная, хорошая и доступная. Потому что во Франции деревянные игрушки просто бешеных денег иногда стоят. Не оправдываю. Ой, как ты интересно делаешь, да. Какой ты молодец. А, это надо так ставить, да? Да? Да, меня игнорят. Концентрирую. Он работает. Типа мордочка. Не получается? Ну, потому что там стабилизатор. Еще один можешь поставить стабилизатор. Пока папа там воюет с Давидиком, решила я вам показать книжки, про которые вы меня очень спрашиваете, чем мы занимаемся во время каникул летних. Я покупаю ему, вот, например, вот такие книжки. У нас распределение есть на первом классе, в первом классе, так сказать. У них есть маленькая секция, средняя секция и уже большая секция. После большой секции они меняют как-то типа школу. Но про это я или отдельно видео сниму. Думаю, вам будет интересно это. Я уже давно обещала, я сниму это видео, вам объясню, как действует вообще во Франции образовательная система. Но сегодня не про это. В любом супермаркете, я знаю, что мамочки во Франции, кто живет, меня тоже смотрят. В любом Карфуре, в Ашане, в любом больших гипермаркетах вы можете найти отдел с книжками. Есть такое издательство, называется Натан. Вы можете это заказать даже по интернету. И я вот сейчас, Давид переходит в моя секцию, в среднюю секцию. Ему на лето я закупилась вот такими книжками. Учит писать уже буковки. Вот. Каждый день, я его не перегружаю, мы делаем каждый день по одной страничке. Очень хорошие, классные книжки, именно для его возраста. Да? Потом, я вам давно уже показывала, и я здесь оставлю где-нибудь вам напоминание, закладочку, где я рассказывала про книги Монтессори. И у нас есть книжки, и сейчас я купила к этим книжкам еще и тетрадки. Вы смотрите, какая тетрадка, она довольно-таки толстенькая. Там разные задания, начиная с 3 до 6 лет. Вот, у нас была математика, мы ее почти полностью сделали. Осталась именно часть к 6 леток, где довольно-таки сложные уже упражнения. Но я Давидика не мучаю, мы сделали именно то, что он может делать, писать циферки, считать, какие-то упражнения здесь разные делать, нужно было посчитать, наклеить, расклеить, приклеить, в общем, все-все-все. Сейчас так попробую вам показать. Очень мне понравилась эта книжка, это издательство La Rousse, много про это издательство вам рассказывала.
приглядитесь, посмотрите. Может быть, версии на русском языке тоже могут быть. Надо вам поинтересоваться. Я уже докупила вторую часть. Это уже у нас Летха и Шифха. Это буквы и цифры. Опять же, здесь разные игры. С помощью игр Монтессори развивается, смотрите, разные типы, да, как он должен писать эти буквы. Тоже он тренируется по сложности. Какие-то ассоциации, какие-то пазлы, какие-то разгадки, загадки. С 3 до 6 лет тоже это. И, да, мой вам совет — делать по одной страничке. Не смотрите, что он делает. Вы все время ему надо, чтобы он это делал. Он должен ждать вашего занятия. Поэтому одна страничка и все. Даже если он там присоединит страничку и говорит: «Ой, я это тоже хочу». Я говорю: «Нет-нет-нет, это уже на завтра». Чтобы он ждал уже второго занятия. Вот так мы занимаемся с Давидом в течение лета. Вара-вара. Так, покажу, какие мини-пиццы у меня получились. Сейчас будем быстренько кушать, одеваться и идти в кино. Пришли в кино. Да, показываю, что прямо перед входом в кинотеатр французы продают. Это всегда сладкое, а не соленое. Нет, это не кушаешь, солнышко, повесь на место. Нет, солнышко, нельзя. Так, сладкая вата, сладкие напитки, сладкий попкорн. И здесь он более популярный, чем соленый. Нет, Давидочка. Ты потом будешь бегать. Здесь все сладкое. Давид, на меня посмотри, пожалуйста. Да, на меня посмотри. Глаза. Ты меня понял? Так, у нас был гипноз. И еще эти бомбончики. Конфеты. Конфетти называются. Разные вредности. И вся химия. Это здесь мы это никогда не покупаем. У нас еще 20 минут до сеанса кино. И мы спустились, как всегда, в магазин техники. И как я фанат Дайсона, не могу вам это показать. Но цена, конечно, у них зашкаливает. 650 евро за вот такую бандуру. Ну, в принципе, это вентилятор. И может, по-моему, здесь шофаж. Это тепло тоже он дает, да, греет. Блин, может быть, он хороший. Но, не знаю, почти 650 евро только за то, чтобы в одной комнате было так себе. Прохладненько, потому что точно это не будет как кондиционер функционировать. Не знаю. Еще такая большая бандура, маленькая. Но они классно выглядят, да. У меня был такой телевизор. Да. LG хороший телевизор. Я вот его хочу, я жду, мне очень нравится. Немножко подешевеет. Они сейчас до сих пор находятся около 1200-1400. Да, я считаю, что для телевизора, поскольку мы очень мало смотрят, 1500 евро давать, это немножко жестковато. Но он мне очень понравился. Даже по сравнению с ним он круче. Даже, наверное, вам разница видна. Есть Dolby Vision, да, и Dolby Audio. Ну, в принципе, 200 евро разница у них. Есть две технологии. Аудио и видео Dolby технология. Dolby? Да, Dolby. Но мне он очень нравится. Какие цвета? Моя. Это так радуется, когда закончился фильм. Здесь комплексный ребенок. Ао! Но! Сэмберди! Спыла с жару, вытащила мои томатики. Это называется томат фахси. Французское блюдо, в принципе, армяне тоже так делают. Но это все запекается в духовке. Это такая вкуснятина. И аккомпанемент, как говорят французы, салатик.
с этим вкусненьким чудом. Здесь у нас еще, я покажу, сыр, маслица. Bon appétit! Покажу вам новый салат, который я увидела в Instagram. Это редька, руккола и черная чечевица. А самое интересное, здесь заправка. Здесь оливковое масло, дижонская горчица, соль, перец и лимонный сок. Очень вкусно, полезно и прям классный гарнир к любому мясу. Фотогировать? Ну да, можно. Позируй. Как ты позируешь? Так ты позируешь? Да, покажи, как от, ну, у него от ветрянки остался. Почему у нас индус? Мы доехали. Еле-еле успели к этому карнавалу, фестивалю. Море, порт, яхта. Гуляем в темноте, никого нету. И только прекрасный салют. 10 минут. Америка отжигает, молодец. Кто любит фейерверки? Может, поплывем? Яхты? Ну, давай сегодня, мне кажется, мотоцикл, скутер, вот это нам сегодня хватает экстрима. Потому что мы приехали сюда на скутере. И еще там это все под музыку, просто мы немножко далековато, чтобы это все видеть. Думаешь... Кянг, ты мне говорил про прокатиться, я хочу на этом кататься. Можно? Можно, можно? Где там несколько миллиардов, мне кажется. Это будет счастье стоить. Ну, конечно, шикардос. Здесь только шикарные яхты. Ах, ничего, в будущем. Немножко надо подождать, и все. Это точно, как большие игрушки, но так шикарно, когда такая подсветка, прям очень красиво. Да, круто. Где сколько люксовал на один день, если взять такую яхту? Жаль, что я не родилась летом, я осенью родилась и всегда думаю, куда поехать в такую плохую погоду. Но кто родился летом, я вам завидую. Какие яхты. Оля, я тоже хочу. И да, хотела с вами поделиться тем, что здесь сдать на права, на бато, да? Как? На яхта права? Нет, ну... Да. Ну, яхта права. Ну, не права, чтобы получить, чтобы управлять такой лодочкой. Это не лодочкой. Такой... Лодочкой такой. Вообще не затратно. Там 300 евро и 99% ты их получаешь. Вот, из самых популярных подарков для мужчин. Вот, поэтому, мне кажется, в этом году ты получил уже свой подарок на его будущий день рождения. Но в следующем году я об этом подумаю. Да? Хочешь такой подарок? Хочешь такой подарок? Да. Вот, перми. Может быть, я сдам все-таки на, типа, это, на перми, на права. Буду управляться лодочкой. Такой лодочкой. Нет, не такой, вот такой. Даже нет, которую мы видели до этого. Короче, мы сейчас ищем наших друзей. Надеюсь, мы их найдем. Thank you.